Здравствуйте, любители тенниса. Многие не могут понять, как правильно замахнуться и почему у них топсы получаются такие неудобные и очень долго потом поворачиваться в левую сторону. Смотрите, первая и основная ошибка – это идет наклон спины, сгибание спины и не работа ногами. И вот такие делают движения, вот пытаются вот так играть. Вот. В правильном случае стойка более нейтральная, хотя и правая, и наклон идет с сгибанием ног, как бы уходим вниз, а потом уже делаем упражнение. Уходим вниз и делаем упражнение. Вот. И так же самое слева. Уходим и делаем упражнение. На этом у меня все. До свидания.